Здравствуйте, здравствуйте! Вторая неделя регулярного сезона начала расслоение на успешных и не очень успешных субъектов лиги. Все как в социальной действительности. Но это не повод грустить и уходить из сказочного мира КХЛ, ибо шайба-мания постарается вас приободрить. Мы ищем поводы, а с вас улыбка. Рубрика «Спецбригада» о веселящих феерящих. СКА начал так, как никогда раньше не начинал в российской истории. 6 побед! В команду пришли не имена, а реальные исполнители. Конкуренция настолько высока, что ротация грозит чуть ли не всем. Паникаровский еще полтора года назад играл в финале Кубка Стэнли, а сейчас он лишь в четвертом звене. У питерцев теперь 3 по-настоящему атакующих звена. Отлажены спецбригады, СКА забивает даже в меньшинстве. Если несколько лет назад СКА был колоссом на старческих ногах, то теперь это шагающий кран, возвышающийся над притихшими кварталами. Кубок «Прогресса» «Спартаку» и «Рижскому Динамо». В феврале они грустно замыкали турнирную таблицу на Западе. Сейчас расположились вслед за небожителями «СКА» и столичным «Динамо». У «Спартака» возрастные и опытные хоккеисты проявили себя с лучшей стороны. Никто не подписался с командой только ради приятной жизни в столице. Красно-белые – классический пример того, что строить надо от печки. Пропустили лишь 9 шайб в 6 матчах. Столько же, сколько дорогущий «СКА». Успех «Рижан» был подготовлен еще в апреле. Многие изощрились в осмеянии Кубка Надежды, но победа в нем позволила «Динамо» получить необходимую нагрузку, поддерживающую организм в тонусе. «Рижане» научились доводить матчи до победы и вообще прониклись бойцовским духом. Трофей был выигран на выезде, и сейчас для латышей не существует прошлогоднего комплекса чужой площадки. «Рижане» играют в терпеливый хоккей, мудро подстраиваясь под соперника. Отличные приобретения – защитник Робинсон и форвард Уилсон. Замечательные возвращения – Озелинш и Хосса. Рига опять стала такой же сказочной, как на заре КХЛ. Кстати, оба тренера команд «Выскочек» – Канарейкин и Абблс – возглавили свои коллективы по ходу прошлого сезона. И нынешним летом оба получили возможность полноценно подготовить команды. Вот и результат. В КХЛ 2 тренерские отставки в один день. И это всего через 2 недели после начала чемпионата. Светлов и Матикайнен уволены. После попадания в финал Кубка Гагарина из «Атланта» и «Авангарда» уходили харизматичные специалисты – Ржига и Суманин. Это, конечно, разные истории, но объединяет их одно – в КХЛ после взлета следует жесткая посадка. С ККМВД – то же самое. Поиграли в финале, а на следующий год дальше первого раунда не прошли. Там, правда, свято верили в Олега Знарка и затем забрались еще выше. Интересно будет посмотреть на судьбу «Трактора». Повторит ли он в нынешнем сезоне печальный путь финалистов последних кубков Гагарина? Если да, то это уже тенденция, которая заслуживает серьезного анализа. С падшими разобрались. Теперь рубрика «Доска подсчета» о героях. Нападающего Кайла Уилсона из рижского «Динамо» важно не путать с защитником Донбасса Клеем Уилсоном. «Динамовец» из Канады, а его донецкий однофамилец – американец. Кайл прославился первым хэт-триком сезона и как раз в игре против клуба своего однофамильца, против Донбасса. В 6 матчах Кайл Уилсон забросил 5 шайб, 2 из них победные. В АХЛ, где он играл до Риги, Кайл набивал в последнее время порядка 30 шайб за сезон, но при этом Уилсон считает себя игроком оборонительного плана. Судя по тому, что канадец успел натворить в КХЛ, он либо прибедняется, либо вводит общественное заблуждение. Орел или Хешка? В Акбарсе так вопрос не стоит. Хешка – орел. Подписание канадского защитника нынешней весной решило массу проблем. Он заменил царь-пушку, ушедшего в «Авангард» Дениса Кулеша. У Шона Хешки окаянный правый хват, что добавляет игре казанцев вариативности. У Хешки есть психология победителя. Ни одной встречи с отрицательным показателем полезности. Хешка – открытие первых 2 недель чемпионата. Его стоит бояться соперников. Армейский нападающий Николай Прохоркин во вторник, в день своего 20-летия, сотворил свой первый хэт-трик в КХЛ и набрал 4 очка в противостоянии с обладателем Кубка Гагарина. Он выиграл Кубок Харламова с Красной Армией и за год до этого играл в финале. Прохоркин успел убежать из клуба, хотел играть в системе Лос-Анджелес Кингс, судился и был вынужден вернуться в ЦСКА. У него уже есть дочка Ника. Так что он теперь играет не только ради удовольствия, но и для семьи. Отличная неделя, я даже представить себе такого не мог. Я обычно вообще не праздную дни рождения, вообще. Ну, мне не нравится это. А тут все как бы сложилось так, то, что в этот день день рождения, и игра, и
я хорошо сыграл, как бы спасибо моим партнерам, они мне тогда помогли на игре забить голы, и всей команде как бы очень здорово сыграли. И я не знаю, это, я думаю, на всю жизнь останется такое воспоминание. Свой первый гол в КХЛ вы забили в ворота «Спартака», сейчас сделали первый хитрик в ворота «Динамо». Это совпадение или у вас перед дерби какой-то особый настрой? Ну, я не знаю, может быть, это где-то подсознательно и есть, но чтобы так вот осознанно, я думаю, я не задумываюсь об этом дерби. Я выхожу на каждый матч, настраиваюсь по полной программе, как бы, чтобы выиграть и показать хороший хоккей. Мне без разницы, кто играет против нас. Праздничное настроение было уже с утра? Да нет, с утра как бы особо я даже телефон не брал, ничего, ни поздравлений, никого не принимал, просто настраивался на игру, а потом уже, да, после игры по полной программе. А хет-трики праздновать любите? Ну, это как бы первый мой в КХЛ хет-трик, я не знаю, ну, нет времени, чтобы праздновать, потому что сегодня уже игра была, не было ни выходных, ничего, чтобы отдохнуть. А еще на тему дня рождения, перед прошлым сезоном вы сменили номер как раз с года своего рождения на новый. Это было сделано на фарт или какие-то еще были причины? Нет, я же, говорю, уехал в Америку, и когда вернулся, у меня уже забрали номер. В МХЛ парень играл под моим номером, и мне пришлось брать другой номер. Но я как бы сжился с ним, и мне очень нравится, и я не хочу ничего больше менять. Милош Ржига возвращается в КХЛ. По психотипу, буйному и необузданному, он чем-то напоминает любимчика омских болельщиков Райма Суманина. Скучно с чехом не будет. Он добавит рубрики «Цицерония», «Гротеска», «Бурлеска» и «Шикблеска». Впрочем, она, рубрика, не имеет проблем с наполнением никогда. С нынешнего сезона хоккеисты-говоруны обязаны по регламенту давать интервью без шлемов. Напоминание об этом не вызывает у них раздражения, даже у Александра Радулова. Но некоторые забывают о нововведениях. Девушка-корреспондент в Ханты-Мансийске не подготовила Евгения Артюхина к эфиру. Для многих болельщиков стал неожиданностью ваш переход в Атлант. Столько сезонов провели в питерском СКА. С чем-то связано? Почему было принято такое решение? На этот вопрос уже много раз в прессе отвечал. В принципе, повторяться не буду, смысла никакого нет. Спасибо большое и удачи вам сегодня. Напомню, с нами беседовал нападающий хоккейного клуба «Атлант» Евгений Артюхин. Но если вспоминать прошедший матч автомобилиста, во всех вы пропускали первыми. Как-то с этой тенденцией нехорошей боретесь? С какой тенденцией? Первые пропускаетесь. Ну, конечно, стараемся всегда первыми забивать, но не всегда это получается, да. Вот. Прошлую игру вообще не хочу вспоминать, там что-то было непонятное вообще с командой. На поле встречаются команды «Автомобилист» и «Из Череповца» команда «Северсталь». Сейчас с нами тренер команды «Северсталь» Андрей Водница. Правильно. Андрей, очень приятно. Поздравляем вас с началом сезона. Скажите, вот... Тренеры иногда слишком оптимистично смотрят на будущий матч. «Локомотив» был бит «Борисом», пропустив аж 5 шайб. А вот что весело сказал Дмитрий Юшкевич перед игрой с соперником, разгромившим «Северсталь» 10-1. Борис, перед вашим приездом обыграл «Северсталь» 10-1, достаточно крупный счет. Как планируете остановить нападающих соперника? Ну а что останавливать их? Они уже все свои голы забили за 2 игры. Отсутствие уныния и вера в светлое хоккейное будущее на словах и на деле. Вот то, чем живут трудящиеся в КХЛ. Было много опасных моментов у «Торпеды». Часто не хватали за сердце, потому что реально было очень опасно около ваших ворот. Ну, там не было так опасно. Шайба там каталась просто по пятачку, но она не адресованная, а просто так, навал был. Как вам играется теперь? У вас крайний нападающий постоянно новый в вашей тройке выходит. Ну, мы будем крутиться. Тренера придумают, как играть. Но это не повод же заканчивать игру. Леонид, вторая встреча подряд для «Динамо». Вновь начинаете с пропущенной шайбы, потом отыгрываетесь. Почему так усложняете ситуацию? Чем это можно объяснить? Если я бы знал, я бы вам сказал, но так пошло, и еще 20 минут работать надо, и мы стараемся играть как можем. Сейчас с нами на связи капитан команды «Автомобилист» Никита Гусев. Никита, здрасте. Все-таки мы видели первый период. Сейчас с нами рядом Никита Левандовский, автор одного из голов. Никита, скажите, как удалось реализовать такой успешный бросок? Бросил, залетело, повезло.
Удачный пас может быть. Итак, первый период, второй, точнее, период показал, так сказать, расставил все точки над «и», счет 1-1. И теперь с нами нападающий автомобилиста Федор Малыхин, автор первого гола. Федор? Я не Федор. Федор, все-таки скажите, вот как удалось реализовать столь удачный бросок? Я так понимаю, в связке вот вас трое. Я Андрей Антон. Все-таки вот как удалось реализовать? Удачно сходу попал, наверное, просто Федя тренировал много. Еще больше курьезов в лучших моментах на официальном канале Лиги в YouTube. Не забывайте смотреть то, что готовят коллеги Самохин и Максимов. А у меня по скриптум к Цицеронии. Бывший босс «Авангарда» Анатолий Бардин после отставки Мати Кайнена воскрес из исторического небытия и раскритиковал кадровую политику «Авангарда». Снимать тренеров перед плей-офф, перед решающим матчем, по ходу матча – вот его кредо. Цитата. «Я бы его, Мати Кайнена, снял уже после серии с Сибирью. В крайнем случае, после двух матчей с «Трактором», хоть как-то взбодрить команду». Совершенно очевидно, что Бардин является последователем Галилея Галилео. Тот уверял, что Земля вращается вокруг Солнца. Инквизиторы и приверженцы супруги футболиста Жиркова заставляли его отречься от своей веры. Дескать, Солнце крутится вокруг Земли. Но Галилей сказал, а все-таки она вертится. Наш хоккей вертится вокруг менеджеров, увольняющих тренеров. Сим победиши. Сменим тему. В рубрике «Судья Коренаст» глава судейского департамента Александр Поляков отвечает на протест «Спартака», писанный после матча с рижским «Динамо». Письмо поступило от клуба «Спартак» с этими тремя моментами. Первый момент – это вопрос был, почему не был назначен штрафной бросок, так как нарушение было, и судья зафиксировал нарушение правил. Ответ здесь простой, и он, на мой взгляд, очень простой, элементарен. Да, действительно, главный судья зафиксировал нарушение, оно было. Но после этого игрок атакующей команды сделал передачу. То есть, соответственно, нарушение правил в данной ситуации не помешало ему закончить выход один на один с правильной позиции. То есть он там не то что даже не упал, шайба не сошла с крюка, не упал, он просто сделал передачу. Соответственно, 2 минуты есть, нарушение есть, но штрафного броска нет. Второй момент был связан с толчком на борт. По-моему, очевидная ситуация. В спину, в область номера, сзади. Игрок локтем подталкивает игрока на борт. Соответственно, он падает, получает травму. Простая ситуация, толчок на борт. С третьим моментом это наложение, значит, штрафа за, ну, так называемую рыбку на игрока «Спартака». На мой взгляд, здесь судья ошибся, потому что, скорее всего, он плохо увидел, находясь в том месте, в том моменте с того угла, наверное, плохо увидел этот момент и не заметил, что на самом-то деле там, конечно, ногой игрока «Спартака» задел игрок другой команды и была подножка. Тут не надо давать рыбку. Матчи «Динамо» с «Витязем» в последнее время, что на Кубке Мэра, что в регулярке, сопровождаются фотофинишами. В интернет попадают стоп-кадры, как бы намекающие, а шайба-то пересекла линию ворот, только судьи ее не засчитали. В Инстаграде нет проблемных и конфликтных фоток. Только жизнерадостные. Есть версия, почему Никита Филатов пропустил матч против «Динамо». Чтобы добраться до собственной формы, ему пришлось покрутить в руках невиданный доселе велоканатный тренажер. Руки устали, и клюшка выпадала из рук, поэтому тренеры предоставили Филатову отдых. Бывший тракторист и несостоявшийся динамовец Валерий Нечушкин получил в Техасе блатные номера. Это у нас так называется. Теперь главное, чтобы он ездил в Америке по их законам, а не по нашим понятиям. Армеец берегов Невы Игорь Макаров ностальгирует по 70-м. Он хотел бы играть с могучими усами и числиться на Кировском заводе токарем или фрезеровщиком. Ну а то, что девушки, рожденные в 70-х, были краше и стройней, это даже не обсуждается. Нападающий Сибири Николай Лемтюгов не только забивает на новом рабочем месте, но еще и пробует себя в роли папарацци-репортера. Очевидно, автовладелец был недоволен тем, как его встретили в баре. Хорошая версия. А версия шейбомании – в город просто заехал пообедать Игорь Мусатов.
Мало кому удается обрести себя в этом мире и полностью самореализоваться к 30 годам. А у Николая Жердева получилось. PlayStation воплотил все его игровые мечты и фантазии. Там он лучший. Аминь. Статистик КХЛ Владимир Житков констатирует: лига чуточку постарела относительно себя самой годичной давности. Буквально на пару недель постарела. Зато обновлено несколько возрастных клубных рекордов. Прохоркин соорудил самый молодой армейский хет-трик. Бучневич оформил самый юный дубль Северстали. А Каменев просто стал самым зеленым игроком магнитки в истории, опередив не кого-нибудь, а Малкина. Молодость, паспортная или душевная, необходимы для успеха в хоккее. Рубрика добивания как раз о легкомысленном. Да я и так могу есть. Я такого не очень. Но я думаю, скучаю за украинцем, то есть за национальной украинской едой. Там немного сала, но сала я мало ем. Но сюда приезжаю, иногда ем сало, борщ украинский. Вот это немножко скучаю поэтому. Макароны, пельмени. Не знаю, макароны. Вкусная она. Вкусная. Я думаю, по одной. Чего останавливаться на одной? Так, ну на рыженьких. Ух, наверное, блондинок. Все равно. Не, я не... Ты что меня слышишь? Давай следующий вопрос. Ученые давно доказали: безобразное, ужасное столь же привлекательно, как и прекрасное. В хоккее эпические промахи собирают не меньше просмотров в YouTube, чем красивые голы. Это, конечно, не сдохшая корова у соседа, но тоже приятно. Поэтому шайбомания напоследок в рубрике «Отдел кадров» предлагает сколотить небольшой элитный клуб Артема Лукоянова. Всего хорошего, до свидания, пока. Встретимся на хоккее.